чем заключается вообще эта платформа Remi? Remi – это платформа по беспарольной аутентификации на блокчейне. А каким образом она происходит? С помощью, ну, как бы логин и пароль, стандартная система логина и пароля заменяется SSL, TSL сертификатами, которые записываются на блокчейне, и конечно, ну, скажем, у компании, которой мы продаем свое решение, появляется возможность проверять валидность сертификата. А он выдается всем пользователям или по какому сертификату именно? Ну, у нас B2B решение, то есть мы продаем наши решения бизнесу, который имплементирует в дальнейшем нашу разработку и позволяет пользователям, конечным, простым людям, которые там авторизуются на сайтах, на любых приложениях, авторизоваться с помощью Remi. То есть юзеру конечному это удобно тем, что он не вводит ни логин, ни пароль, он просто нажимает кнопочку и заходит. С технической точки зрения, секьюрность в том, что это исключает кибератаки, фишинг, то есть нет возможности украсть, скажем, то, что можно украсть для авторизации. А вот я могу на этой платформе хранить что-то, свои деньги там, или там у вас, может, токены какие-то свои есть, или зачем мне этот блокчейн? Ну, у нас свой блокчейн, да, все правильно, он с токенами, это функционирует отдельно, как отдельная система, но... На этом протоколе, на нашем, это как один из продуктов, на нем можно строить дальнейшие свои решения. То есть он не для хранения чего-либо, но тем не менее он может быть использован для дальнейшей разработки. А вот что мне надо сделать, чтобы я могла входить без пароля? Скачать ваш блокчейн или что-то еще дополнительно сделать? Ну, поскольку это B2B решение, то вам, как юзеру, конечно, делать тут ничего не придется. Это нужно будет просто сервису, на котором вы заходите. То есть этому сервису нужно будет купить наше решение. Ну, там, например, я не знаю, какой-нибудь веб-сайт, да, на который вы постоянно заходите, у которого там с вами взаимоотношения есть. Вы как пользователь этого сайта. А для того, чтобы это приложение, ну, этот сервис был для вас удобен и безопасен, скажем так, безопасность юзера для компании, то есть вот это решение используется. А на каких веб-сайтах уже есть эта функция в Украине? Ну, пока в процессе разработки, мы пока выпустили альфа-версию нашего кода, нашего протокола, и в третьем квартале планируется финальное решение, выпуск бета-версии. То есть еще нету нигде, ни в Украине, ни в мире еще? Заключены меморандумы определенные на пилотные проекты уже с Укрпроммаш, правильно он называется? Укроборонпром, да. Ну, у нас, в принципе, на сайте есть партнеры, там у нас есть Флюкс-партнер. В Украине Укроборонпром, и есть еще международные партнеры, такие как... Ну, мы сейчас затрудняемся, конечно, так прямо сказать, но в любом случае у нас к концу марта мы объявим 10 компаний, которые будут участвовать в нашей пилотной программе, поэтому это некоторая фишка, нужно немножечко подождать. А вот еще вопрос, вот этот юзер должен быть как-то подвязан к этому сайту или нет? Или на одном сайте могут быть несколько юзеров? Нет, но решение, сертификат ставит каждый юзер, который использует этот сайт, да, то есть на каждого юзера выпускается один сертификат. То есть, как бы, у вас должно быть взаимоотношение с этим сайтом, да, с этой компанией для того, чтобы использовать наше решение. Спасибо.